Мне здесь понравилось. Тут походы были хорошие. Они были маленькие, но очень было интересно. Посохи интересно было делать. Интересно здесь было на посохах вырезать, хоть я не вырезал на посохе, но я его пытался украсить, я его сделал. Я научился здесь играть на гармонии, ну как сказать, научился. Так, 50 на 50, потому что я умел играть на баяне, и мне Яромир показал, как надо играть. Я понял, я разобрался, надо подходить. Я не знаю, может, я лучше стал бегать, потому что мы здесь каждое утро почти, если я не жены, мы бегали, причем очень много бегали. По 2 или километра, или 2, я не знаю. Ну, большой поход тоже понравился. Ну, хотя, да, мы не смогли разжечь костер в большом походе, но все равно это было очень так интересно ходить так далеко. Мы выиграли две испытания, у нас больше всего баллов. Мы в частушечном бою выиграли, в песенном бою выиграли. И в метании ножей тоже выиграли. То есть где-то мы, конечно, проигрывали, там у нас есть даже 0 баллов. Есть по 1 баллу. И 2 балла есть, все так, мне очень понравилось.